молодец. Утопил хозяйственные вещи. Ого, это вы поставили ногу, да? Нет, это я не поставил. Он не поставил. А если поставить, то что? Вот, да, он замочек. Все скрывает. А вы ждете речной трамвайчик здесь? Да, трамвай, автобус. Дальше автобусы останавливаются, не здесь. Сейчас время 8 часов вечера на улице Ключевской. Огромная лужа. Это приехала одна машина, уехала уже полная. Приехала еще две машины откачивать. В общей сложности они за раз увозят примерно 5 кубов воды. Ну, будут работать, обещают, до того времени, пока всю эту лужу не выкачают полностью. Приехала аварийная машина МУП «Водоканал». Она также будет помогать в откачке воды. Машина МУП «Водоканал» более вместительная. Купили в прошлом году. Она вмещает в себя 6 кубометров воды. То есть, по сути, заменяет 2 вот такие машины комитета городского хозяйства.